Телеканал ННТ скоро будет осуществлять свое вещание на 22-й кнопке в Махачкале. Такое решение было принято Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Она по итогам конкурса выбрала каналы, которые будут обязательными, общедоступными в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, столице Дагестана, а также в 60 городах Московской области. Информация об этом размещена на сайте Роскомнадзора.